за то, что через нее можно выразить какие-то эмоции, которые нельзя выразить словами. Она особенная. Она развивает человека. И заставляет сердце биться быстрее. Сергей Рахманинов. Чайковский. Верди, Брамс, Прокофьев. Не знаю, наверное, Чайковский. Брамс сейчас. Ну, Свиридов, Рахманинов. Шнитких, Прокофьев, Танеев, может быть. Вот Рахманинов, я считаю, самый любимый. Чайковский. Чайковский. Сергей Рахманинов. Пока не приходилось так тесно знакомиться. Она интересная, и она, я думаю, будущее за ней, конечно. Она имеет право место быть. Мне кажется, сейчас, ну, это не так популярно. Наташа Боголюбская. Родион Щедрин. Мои друзья из консерватории некоторые. Ой, как стыдно. Андрей Головин. Может быть, Тарнопольский. Чтобы они были бы уверены в себе, и не важно, что об этом будут говорить другие. Да. Успеха, не оставлять свои цели. Ну и, конечно же, широкой аудитории. Чтобы их исполняли при их жизни.